Сегодня на полигоне «Лесная» состоялось заседание оперативного штаба. По поручению главы городского округа Юлии Купецкой его провел Олег Сотник. Участники совещания проверили работу узлов системы дегазации, убедились в том, что они функционируют в штатном режиме. Врезан расходомер на малый факел. Этот вопрос не раз поднимался, но в связи с тем, что факел работал, и чтобы его не останавливать, эти работы не могли выполниться. Сейчас появилась возможность это сделать. Работы все выполнены, факела работают устойчиво, в нормативном режиме. Идет подготовка к прокладке трубопровода большого диаметра на участке магистрали. Это позволит в перспективе подавать на факел и сжигать больше свалочного газа. Склоны полигона продолжают обрабатывать реагентом, нейтрализующим запах. Дополнительно проверены резервные источники питания, которые могут быть использованы в случае перебоев с электроснабжением.